Всем привет! Вы на канале Виконста. Сейчас я нахожусь в Калининском районе города. Хочу снять для вас небольшой вечерний влог, как выглядит Донецк вечером. Поэтому поддерживайте сразу же меня, ставьте пальцы вверх, да-да, прямо сейчас поставьте. Я для вас стараюсь, но вы для меня. Кто узнает, это Покровский рынок. На авторынке можно купить все, включая автомобильные шины, покрышки, масла. Это вам так, на заметку. Идемте дальше. Главный центральный вход на Покровский рынок. Там уже идет проспект Ильича. Здесь бульвар Шевченко. Троллейбусы 8 марка здесь ходят. И остановка. На самом деле в Донецке очень широкие и большие улицы, проспекты, бульвары. Это у нас бульвар Шевченко. Там разделительная полоса, две полосы в одну сторону и две полосы в обратную. Перешли мы на другую сторону, так как там солнце прямо в объектив светит. Чем знаменит этот район? Большие какие-то крупные точки. Это шахта имени Калинина. Одноименная больница имени Калинина. Донецкий национальный медицинский университет. Ну и такие по дороге буду вам показывать ключевые точки, которые, я думаю, вы узнаете. Если нет, то со временем увидите. Так, у нас хлеб 22 рубля, кирпичик. По левую сторону у нас там идет проспект Ильича, если перейти. А так, смотрите, какая широкая, большая улица. Здесь нет замкнутого пространства. Вы идете, и на вас ничего не давит. К сожалению, еще листочки у нас не распустились, но это не повод не показывать для вас видеоролики. Тепло уже. Ну, весна еще полностью не вступила в свои законные права. У нас глобальное потепление, поэтому месяца немножко сдвинулись. В ноябре-декабре тепло, начиная с января-февраля немножко заморозков было, а так вообще теплая зима. Там дальше будет ресторан «Кокоду», здесь детские площадки. Ну, еще прохладно, поэтому не сильно много вечером у нас детворы. А так, конечно, катаются. Друзья, поставьте лайк. Прямо сейчас. Заглянем мы на Калининский рынок. Опять же, сейчас вечер. Ну, если вы хотите узнать цены, то у меня просто огромное количество роликов с продуктами. Кому интересно, я думаю, вы зайдете. Супермаркет Молдова. И вот там у нас ресторан «Кокоду». Кому интересно, у меня в разделах «Донецк» есть очень много видеороликов с других районов. Есть Петровский, Буденновский, Пролетарский, Куйбышевский, Киевский, Ворошиловский, Калининский. Так что милости просим, заходите, смотрите. Сейчас мы, наверное, прогуляемся до Калининского рынка. Там внизу у нас единственная по левую сторону будет Амстор. Но у меня уже есть видеоролик, я там его показывал. И по правую сторону будет Донецкий национальный торговый университет имени Тугана Барановского. Поэтому мы свернем налево на проспект Ильича. Я вам его не показывал. И там открыли сеть «Еще молоко». Вот вам и Калининский рынок собственной персоной. Выходной день, вечер. Широкий бульвар. Здесь еще лавочки есть, можно присесть. И тем более через время листочки распустятся, вообще в теньку вот так будет. Травка еле-еле пробивается. Направо, если повернуть, мы поедем в сторону проспекта Мира. Там можно спуститься на Донбасс-арену. Здесь тоже большие парки с лавочками. Здесь у нас цветочный отдел. И внутри, соответственно, рынок.
остановка на рынке. И здесь постоянно движуха. Там даже, кстати, знак стоит. Остановка, стоянка запрещена. Но это не спасает. Мы сейчас немножко пройдемся здесь. Покажу его местность. И потом пойдем на проспект Ильича. Здесь у нас шаурма. Там шаурма. 115-120 рублей. Все закрыто, никого нет. Ну, это и так понятно. Время 17:52. Я не знаю, будет ли вам сильно солнце светить в камеру, но извиняйте, я не специально. Нужно будет какой-то козырек придумать, надеть. Контейнера. Все закрыто, никого нет. Но чисто. Чисто, ребята. Чисто. Вы же говорите. Зайди в закоулок какой-то. А на рынке я вам, знаете, скажу. Где я только на рынках не был. Грязнота. А вот вам и Калининский рынок. Вот там овощи продают с другой стороны. Ну, мы сейчас будем уже выходить. Отойдем. Тут показывать особо нечего. Ну, вы ж просите. Снимай почаще, показывай все нам интересные места. Вот и показываю. Наглядно. Ну, а вы пишите комментарий, что думаете. Чисто или грязно? А? Или это для меня специально здесь убирают? Вы любите писать. Да, людей нету, некому сорить. Ну-ну, пишите. Все, вышли. Так, давайте я вам еще сигареты покажу. Какие продаются. 44, 40, 56, 65. Ну, различные, там можете сами смотреть. Ну и алкоголь. Алкоголь вы уже видели, ну кому интересно, можете еще раз глянуть разок. Идемте дальше. Сейчас, наверное, мы будем сворачивать на Марию Ульянова налево. Покажу вам, как выглядит проспект Ильича. Там тоже очень большая, широкая улица, проспект. Давайте сразу перейдем на левую сторону, чтобы у нас солнце в камеру не попадало. Изначально Калининский район был немножко больше, чем сейчас. А потом со временем отдали часть района в Ворошиловский и часть перенесли в Буденновский. Соответственно, Калининский немножко уменьшился. Но это так. Из истории. Обжора справа. 23-й. Все сидячие и занятые. В итоге для вас получается ролик 15-20 минут, а я хожу по району около 2 часов. Плюс монтаж, плюс YouTube, плюс ваши комментарии каждый раз читаю. Вот и думаете, сколько времени тратится на YouTube. Ну а справа дворец культуры. Он, к сожалению, не работает. Осталось только коробка, каркас от этого здания и кирпичом окна заложили, чтобы вандалы не лазили. А так, в таком он состоянии. Кому интересно, некоторые спрашивали. Он был построен в 1957 году. Это надпись там есть. Ну а мы идем дальше. Там уже вдали виднеется травка зеленая. Но когда ближе подходишь, то ее там очень мало.
Также популярная фирма — это Шахтерская птицефабрика. Здесь недорогие цены на продукты. Занимается она в основном мясными изделиями. Но он у нас работает до 19:00. Кстати, можно зайти будет глянуть, что там у нас продается. Спинка по 37. А голень в какую цену? А, 98, четверть по 126, крыло 102, тушка цыпленка 126. Так, здесь у нас колбаска разная. Ага. Не, везде разрешено. Ой, как? Не начинайте, вы на машинке. А, это психика. Не, она начнет. 81, хинкали по 130. Ну, такие вот цены. Так, что, а Геркулес? Ага, Геркулес у нас 94. Но это не такие пельмени, это дешевые. Значит, это вареники. Ага, вареники по 94. Ага, пельмени уже начинаются 194 сибирские, 304. О, тут, наверное, мяса очень много. Нет, почему? Скоро будет завоз еще второго. Хинкали по 186. Спасибо. Пойдем дальше снимать. Сворачиваем с бульвара Шевченко и идем в сторону проспекта Ильича. И будем выдвигаться в сторону ночного клуба «Лица», дом синоптиков. И там ниже немножко будем спускаться в сторону набережной. Вот такая небольшая мини-экскурсия по Калининскому району. Я специально выбирал те значимые места, по которым, я думаю, каждый хоть как-то ходил, либо сейчас ходит. Небо голубое-голубое, чистое. Немножко тучки, и он уже звезды видно немного. Здесь у нас идут вдоль многоэтажки. Большая китайская стена. Мы будем сейчас выходить на проспект Ильича. И там у нас будет большой-большой дом. Такой же дом по структуре есть и на Текстильщике. Вдоль идет целая гряда подъездов. И кажется одним целым. Но сейчас мы будем выходить, я вам покажу наглядно. Вот дворы. Но мы вовнутрь заходить не будем. Мы больше по центральным улицам пройдемся. Здесь такие вот девятиэтажки панельные. Строили их давно, но зато быстро. Не знаю, как с панелями, но при строительстве занимает намного меньше времени, чем с кирпича. У нас получается длинный влог, но я думаю, вы вкусняшками запаслись. И поэтому будете смотреть дальше с удовольствием. Многие спрашивают по продукции, быттехнике, то дефицита ее нет. Она есть в свободной продаже. Вот мы и на проспекте Ильича. Ильича Авеню. Идемте направо. Слева дом синоптиков, там дальше ночной клуб «Лица». Но я не вижу смысла туда вообще подходить, заходить, так как в этом нет никакого резона. У нас в городе действует комендантский час, поэтому ночные клубы и все кафешки работают до 10 часов. Ну, там из людей практически никого нет. Вот я вам говорил за этот дом, он большой. И идет вдоль вот так целая гряда домов.
немножко отошли мы от центра города. Ну и вот, Калининский район еще до сих пор продолжается. Вообще, сам город очень большой. В Донецке 9 районов. Каждый отличается какими-то достопримечательностями. Ну как достопримечательностями? Знаковыми точками. Актуальные цены на бензин. Пятый 46, второй 44, дизель 51 рубль. Вот такие цены. Ну вот у нас и Геркулес молоко. Огромная торговая сеть. Там продается абсолютно все. И тут играют у нас дети с родителями. Также театр кукол. Там еще репертуар есть. Колобок, Золушка, Кот в сапогах, Лисенок, Плух, таинственный гиппопотам. И Донецкий национальный медицинский университет. Это один из корпусов, это второй корпус в этом университете. Сейчас потеплело, поэтому нужно быть аккуратным. На мотоциклах гоняют. Не слабо. Не знаю, мне лучше, чтобы ехать и на голову не капало. Ну, это на любителя. Кто-то любит мотоциклы, кто-то вообще боится на автотранспорте ездить. У всех все по-разному. Чай 12-15 рублей, кофе 16. Также сеть магазинов. Там за углом у нас будет ресторан «Бочка». А это все идет медицинские учреждения. Также и больница Калинина. Это главный корпус медицинского университета. Вот там центральный вход. Здесь, конечно, все по цивильному сделано. В свое время в Донецк приезжали очень многие учиться именно в медицинский, потому что здесь дают реально качественные знания. Но, к сожалению, поток людей уменьшился из-за границы, никто не приезжает, поэтому людей становится здесь меньше учиться. Ну, такова жизнь. Вот торгово-развлекательный центр «Атриум», и там у нас «Бочка». А тут они только на мотоциклах гоняют. А десяточка пролетела, гудит. Хорошо. Вот главный вход в мед. Но мы идем в сторону набережной. Также здесь есть автосалоны немножко ниже. Там продают как новые машины, так и бэушные. Также пригнаны с Америки, с Грузии, с Литвы, с Латвии, с Польши. Ну, в принципе, с Европы, с Америки. Пригоняют машины и здесь растамаживают и ездят. Автосалон. Еще один. Там один автосалон. Внизу еще одна заправка.
пит-стоп, сейчас называется мотор. Ну, в принципе, ничего не поменялось. Местоположение, расположение. Больница Калинина. Немножко пониже опустимся, там будет главный вход. Вот в таком она сейчас состоянии. Везде пластиковые окна, обшита она материалом таким. И я вот, как говорил, заправка, мотор. Здесь сотый 51 рубль, пятый 46, второй 44, дизель 51 и газ 25 рублей. Ну вот мы и дошли до главного входа больницы Калинина. Там даже есть карта, где какой корпус находится. Ну, то есть сделано все по-цивильному. Может быть, для кого-то эти видеоролики не несут никакой информативности. Кто здесь живет, то, конечно, да. Они особо не интересны. А тем людям, которые здесь давно не были, либо хоть как-то хотят увидеть, что здесь на самом деле происходит, что поменялось, как выглядит вообще Донецк, то, я думаю, этот ролик будет полезный. Вот вам пейзажи города Донецка. Красота. Еще бы немножко потеплее было. Тут людей, конечно, вечером на набережной очень много. Опять же, сегодня будний день. Если бы выходной, то людей бы прибавилось бы. Ну так, я смотрю, трафик. Машины идут одним потоком. Нет тут промежутков сильно больших. Ну, единственное, пока там светофор красный не загорится. Уже воздух не такой холодный, но и не теплый. Такой средненький, прохладный. Знаете, как открываешь только бутылку с подгазировки, не сразу с горла пьешь, а наливаешь в стаканчик, оно немножко остывает. Ну как остывает, там газы выходят. И потом только выпиваешь. И получается вот то же самое впечатление, как и воздух. Свежесть, прохлада и качество. Там еще иногда выезжают любители кофе попить и мороженое продают. Здесь же опять недалеко магазин, супермаркет. В основном туда ближе потеплеют. Все заходят, берут мороженка и выходят на набережную здесь погулять. Направо стадион Донбасс-Арена. Кстати, напишите в комментариях, будем туда идти или нет. Отдельным видеоролик сделаем. Красота. Любуйтесь, пока есть возможность. А нет, то можете видео это пересматривать, пока не надоест. Здесь постоянно есть любители перейти дорогу. Тут пешеходного перехода нет, поэтому желательно переходить по пешеходу, потому что здесь очень часто с верхушки набирают скорость и практически не останавливаются. Там даже знак где-то висит, что осторожно, бывают ДТП. Давайте еще пройдемся по набережной. Посмотрим обстановку вечернюю. Ух ты! Сейчас и фонари должны у нас тут включиться. Там уже, видите, загорелись. На лодке там плавают. Ты тут очередь даже. За Кохве. Видите, луна какая. Большая-большая. Круглая. Полнолуние. А, и вот и фонари включились. Ну, лавочки заняты. Еще прохладно, видите, все в курточках ходят. Кто-то мерзнет, кто-то
не мерзнет. Вот и пришло время заканчивать этот видеоролик. Сегодня мы прогулялись по Калининскому району города Донецка. Показал я вам некоторые ключевые точки. Ну а с вас, как всегда, любые креативные комментарии внизу под этим видео. Не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны. С вами был Виконста. До новых встреч. Пока-пока.